21 апреля в области зарегистрированы 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Все они являются контактными лицами ранее зараженных пациентов, находились в карантинном госпитале. Все 8 случаев из Темиртау. На сегодняшний день в области зарегистрировано 101 случай заражения, в том числе один летальный исход и 17 пациентов выписано. В городе Караганда 47 случаев, в городе Темиртау 33 случая. При анализе возрастного состава заболевших преобладают лица в возрасте 18-29 лет – 20 случаев, 40-49 лет – 20 случаев, дети до 14 лет – 18 случаев, 30-39 лет – 14 случаев, лица старше 60 лет – 14 случаев, 50-59 лет – 11 случаев, подростки – 4 случая.